открытия памятника первопроходцам нефтяникам на Кубани. Крымский район – это родина отечественной нефтедобычи. Это очень приятно. Вы, наверное, знаете, что на территории Киевского поселения находится бабушка-вышка, так называемая у нас народу. Это первая нефтяная вышка на территории России. Я помню до сих пор тот памятник. Мы еще пацанами, ну не пацанами, 10 класс, открывали там в 1964 году. Имя первого бурильщика Новосельцева, надо думать, не забудется река. До сих пор я эти слова помню и помнил их всю жизнь. Это сказал Дмитрий Менделеев. Самое главное, будьте, ребята, здоровенькие, не болейте, учитесь хорошо. И кто-то из вас может тоже станет нефтяником. Я очень горд, что на территории Крымского района установлен памятник первым нефтепроходцам, нефтедобытчикам. Это очень здорово. И прошу к вам, ребята, всегда интересуйтесь историей Отечества, интересуйтесь историей края и своей малой родины. Никогда не забывайте, ведь без прошлого нет настоящего. Помните историю и гордитесь своей малой родиной и большой Россией. Уважаемые гости, жители Крымского района, мемориальный комплекс первопроходцам нефтяникам на Кубани открыт.